Всем привет, вы на канале Деревенские будни с Александром. Сегодня у нас четверг, 4 апреля. Занимаюсь покраской нашего вольера. Я так думаю, еще часа два закончу и буду красить уже сами доски. Вот, и в это воскресенье, это 7 апреля, мы уже поедем за собачкой. Поэтому чуть позже покажу кроликов, которые у меня есть на продажу. Если кому-то будет интересно, то можете написать мне в комментариях, оставлю номер телефона и могу подвезти. Либо вот уже где-то на трассе там по пути в Минск, либо сам Минск. У меня есть два цвета морилки. Сейчас это все смешаю, чтобы не отличалось. Покрасим. Вот, ребят, пришел я в наш крольчатник. Сейчас покажу. У меня для продажи есть три строкачика. Два таких голубых. Это самцы. И черного окраса самка. Возраст у них уже чуть больше 2 месяцев. Вот такие красавцы. Так, есть бургундцы. Вот тут у меня 4 самца. И здесь 3 самочки. Тоже по 2 месяца. Пересадил уже где-то дня 4 назад. Кушают самостоятельно. Все хорошо. Тут не чистокровные, но на всякий случай покажу. Вот это помесь строкача с Калифорнией, но это продавать не буду. У нее проблемы с глазиком. Это себе останется. Вот это помесь строкача с бараном. Этим по 2,5 месяца уже. Эти покрупнее будут. Тут у нас барашки. Там всего их 5 штук. Разный окрас. Вот есть голубой с белым, черный, шоколадный. И там еще, сейчас посмотрю, с этой стороны открою. Вот тоже такой голубой. Там еще один голубой и шоколадный. Мама у них голубого окраса. Вот, барашкам 1,5 месяца. Есть бургундские самки, возраст 3 месяца. В наличии 5 штук, но, наверное, если нужно, то троих могу продать. Двоих оставлю себе. Уже такие крупные. Тут помеси барана со строкачом 3-месячные. И тут тоже сидят, вот, помесь барана со строкачом. Особенно вот тот, так он очень крупный.
уже чуть больше 3 месяцев. Ну, в принципе, и все, что есть. Калифорнийцы, они еще совсем маленькие. Вот, сидят с мамашами. Это у меня помесь строкача с бургундцем. Они тоже еще маленькие эти, не продаются пока. Уже шустрые. Кому интересно, пишите в комментариях, напишу номер телефона, созвонимся, и тогда уже, если кому надо, то привезу. На днях убирал в крольчатниках. У меня в этом крольчатнике был постоянно запах такой дохлятины. Я уже посмотрел в гнездо, там все убрал, все было нормально, не было там дохлых кроликов. И потом решил посмотреть вот сюда пониже. Я сейчас вставлю то, что я тут нашел. Это, видимо, когда травил мышей, крыс. Вот эта крыска не решила дальше бегать. Осталась вот под маточником. Для наших уток сделал 2 гнезда, поставил. Сейчас захожу, уже смотрю, а в одном из них уже яйцо есть. Это еще пустое, тут ничего. Ну, одна, видимо, уже несется. Я уже давно заходил, смотрел, и вижу, что они гнезда как-то делают уже. Вот такие выемки поделали. Но яйцо вот первый раз снесла сегодня. Молодцы. Кур заметил, что если один раз, вот как вчера, снесли они 14 яиц, то на следующий день обычно меньше. Вот, сейчас тут 6. Посмотрим на улице. Семь, восемь, девять, десять, 12. Ну, в принципе, неплохо. Потому как те дни, если один день 14, то на следующий день 8-9. Сегодня 12, это хорошо.
Сейчас уже трава появилась, то периодически подкармливаю. Тут они уже все давно съели, вытоптали. Тут вешал капусту позавчера. Буквально за полтора дня съели. Сегодня решил травы. С каждым днем наши пташки съедают все больше и больше. Этот красавец явно петух. Я надеялся, что это красивая будет курочка, но, увы, он тут самый крупный. Я уже на ночь не закрываю эту дверь. Все время открыто, так как уже подросли, и им жарко становится. Уже видел, что они в правый угол сюда лезут. Живут с открытой дверью. Немного становится маловатым этот брудер. Я думаю, еще пару дней и переселю в клетку, где сидели перепелки. Она не намного, правда, больше, но потом что-нибудь им сделаю, более комфортное жилье. На часах уже где-то 7:30 вечера. И в такое время по-настоящему хорошо в деревне. Машины уже практически не ездят. Погода сегодня хорошая. Сейчас ветра нету, птицы поют. А мой день подходит к завершению. Поэтому, кому было интересно, следите за видео. Если кто хочет, подписывайтесь на канал. Всем мира, всем добра, всем пока.